решением стать, суд идет. Вообще-то это не судья говорит. Окей. Давай заново. Ваша честь, я протестую. Это все ложь. Господа присяжные, посмотрите на меня. Вы мне не верите? Это все ложь. Они хотят посадить невиновного, казнить, повесить. Я ухожу отсюда. Оставайтесь сами. Вы все, и ваши псы, и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. Если можете, всегда вредите. После этих слов я могу сказать только одно. Полностью оправдан. Аплодисменты. Куда, Ержан, ты куда? Эй, братишка! Братишка, ты куда, Салам алейкум, пацаны, ведется влог прямиком из Неаполя. Меня зовут Сабина Турс, я проведу вам тур. Итак, здесь сзади меня стоит какой-то... собор или церковь, я не знаю, ну там крестик есть, значит, что-то католическое. Ну, а потом здесь какая-то часовня. А вот здесь подъемный кран. У меня волосы на лоб падают. А это наш главный экспонат. Салам алейкум. Защищайте себя, носите маски. Итальянцы не носят масок. Меня обижают и меня не кормят. Я пипец как жрать хочу, но мне никто еду не покупает. Это Азис Хоун. Единственное, что я прошу от Азис Хоуна, это пойти со мной покушать. Я очень голодная. На меня села муха. А Азис Хоун игнорирует то, что я хочу есть. Говорит же Рабасина, ты худей говоришь. Сидим тут. Прекрасный вид. Только свой, что его портит. Ну ладно. Ты. Жиробасиной меня назвал. Говоришь, худей говоришь? Кто самый важный человек? Аллах. Он не человек. Я думала, ты хотя бы мать скажешь. Мама. Самый важный человек — это тот, который сейчас находится с тобой. Это что за теория? Это буддизм. Будда, ты память сохранила для дальнейших сил. Слышишь, ты Будда. Любая Будда. Ты сейчас должен со мной общаться, а не с Парлой. Мама, пауза, мама. Подъема, почему пауза. Законопослушный, не гражданин, но законопослушный человек. Мы еле как успели, короче, на трейн. Нас обманули. Я хотел другое слово сказать. Вы поняли, какое? На 6 евро? Подожди, меня. Давай все по порядку. В общем, мы гуляли в Неаполе. Где мы были? Такая чисто моделька. А, мы были в Неаполе, в общем. По окрестностям. В общем, мы были в классных местах. Я проголодалась где-то в час дня.
И потом где-то 4 часа ходила голодная, потому что этот человек не хотел меня кормить. Он меня мучил, и мало того, что он меня не кормил, так мы еще должны были в гору ходить, много-много ходить. Причем мне обувь неудобна. Ну так вот. Потом Азиз решил жариться. Мы пошли... Не зря меня называют Азиз Милосердный. В ресторан. Мы пошли в ресторан. Так вот, мы заказали одну маргариту и цезарь. А потом начался экшен. Потом Азиз быстро сообразил, слава богу. Мы сели на самокат, поехали до метро. В общем, бежали. Нам надо было забрать багаж. Метро, чтобы вы понимали, там ближе к ядру Земли находится. Да. Очень далеко, очень глубоко. Мы уже динозавры, там, палеолит, мезозойский период, все уже, вот слои же есть вот, в энциклопедии. Вот это все мы проехали. Короче, нам надо было подниматься, бежать по лестнице наверх. И потом нам надо было бежать забирать багаж. И ситуация с багажом. Стоит 1 евро в час за один пиц. У нас 2 чемодана. И мы дали сетку, просто сетку поверх чемодан. Он сказал, окей, давайте. И сколько часов у нас там был багаж? 7 часов. С 11 до... 7 часов. 7 часов, да? Ну, по логике должно быть 14 евро. Макс. И тут этот поганец нам говорит 18. Я, чтобы вы понимали, я уже обосрался, думал, что мы на трен опоздаем. Да, мы опаздываем на трен, самое обычно главное. Такие фокусы со мной не проходят, Сабина подтвердит. Да, я уже это, была готова вытаскивать камеру и снимать, как Азиз дерется с этим хитрожопом. Но нет, Азиз это просто проглотил, заплатил, взяли чемоданы и побежали. Он еще по 50 центов мне сдачу вернул. Итальяне, армяне, все то же самое. Что ты говоришь сюда? По красоте просто, по красоте красивые, просто очень красивые. Я, кстати, чувствую себя как на родине. Вот тут люди на меня похожи. Впервые я в стране, где на меня люди похожи. Так они немного загорелые, но я почти там. Вот я загорела. Я же загорела? А еще? У меня сломались часы. Эти часы старее, чем я сама. Они мне достались от моего мистера папули. И когда мы ехали на этом самокате по вонючим, дебильным улицам Неаполя, тогда у меня оборвались часы и упали. Мы остановились, я побежала за ними обратно, но боюсь, что это неисправимо теперь. Так что я без часов теперь. Не знаю, как будто папе об этом говорить. А дойдем, вы, наверное, узнаете это из этого видео. Простите. Я... следила за вашими часами, но не уследила в итоге. Парла, брат, привет передаю из солнечного трейна. Никакой не солнечный на самом деле, да? Вообще нет, я в душ хочу и пить хочу. Come on in.